Всем привет, ребятки! Сегодня мы посмотрим тот сериал, который я смотрел очень давным-давно. Серии посмотрим продолжать. Мы закончили на 17-й серии, где у нас появился Тэмэмэн. Тут у нас ничего особенного. Камерамен, Джимэн, Спикермен. Его там заразили. Джимэн появился. Там камера, там... Ну, короче, мы поняли все. И давайте посмотрим 18-ю. Это было 18, ой, 6 месяцев назад. Давайте посмотрим ее. Ну, ей как все в настоящем сериале. Бегут. Чук-чук. Маленькие джуменчики. На. Очки. Ух ты ж. Ай! Ух, кстати, следующий уже. Опаньки. А им пофигу. Ну, простите. Говорят они. Придется все самому делать. Ой. Кстати, модель, которая это очень похожа. Мне нравится Титан Джимен. На. И карта такая же. Ой. Улучшение. Уничтожить. Где мой кактус? И вот наш спикермен зараженный. Пора разобраться. Окей, это у нас 18 серия. Давайте смотреть. А где два? А. В смысле? Ну, давайте. А, то есть там... Несколько серий подряд. Ну, окей, давайте смотреть 20-ю. Я понял, там они, серии, они бывают вместе. На. Бам. Отойди. На. Получай. На. Я не знаю, у меня что-то лагает. Это пила. Джимми. Помоги. Скибиди. Кстати, я не понял до сих пор, кто там был. Такой большой. А? И это у нас появление типа только вместо Вантуса. Это. Там Эвенов у нас камерамены. У нас гром громит. Представляете? Передавали дождь. Заразили. Нет! Идите сюда. Это, наверное... Вот. Видели, кто это был? Непонятно. Потом он говорит... Да это просто небо было. Прекрасное, правда? Нам пора валить. Напишите в комментариях, кто это. Уорил. Дождь начинается. Рил, дождь начинается. Ну ничего, у нас дома все хорошо. Так, окей. Давайте смотреть...
Дальше. А что это за серия? А, это вообще другие серии. То есть, вот эти, где Джимен и серия, то это то самое надо. Эти серии нам и нужны. Так, ну то есть две серии было в этом видео, в этой серии. Теперь смотрим 22-ю. То есть поняли, то есть две серии перескачиваем. Смотрим. Идем мы. Вы слышали? Вот смотрите. Добавили только шаги. Что-то говорит. Стоп, подождите. Так, Джимен был другой. Ну ладно. На. Джимми! Блин! Что с его головой, боже? Джимми. О, господи, смотрите дальше. Тут уже появилось другое. Я думал, у нас уничтожит. Смотри. А чё, ученый ничего не делает? Нифига себе, разломил. Он его разломил. А, я понял, ребята. Короче, это был не настоящий Джимен. Настоящий это с другими головами. Это не настоящий Джимен. Ученый пришел, а тут вот такая подстава. Смотрите. Он хочет уничтожить. Это не настоящий Джимен. Вот и наш астроскибидист. Ой. Скибиди ученого просто размазала. Но это и к плюсу. Ой. А чё? Ну, короче, это не относится к сериалу. Вот так вот просто размотать. Капец. Короче, вот Джимен и серия, это относится к сериалу. Ой. Давайте смотреть 23-ю. Тут мы смываем. Уничтожили. Вау, агенты. Давай! Джимен. А что у него голова не Джимена? Куда они бегут без оружия? Козявки. Это уничтожили. Гремит на улице совсем.
У нас очень потемнело. Камерамен Титан, наконец-то мы тебя увидели. Что ты тут джименкаешь? Получи. Да это не относится к сериалу. И вот он. То есть то, вот эти. Да, отвали это серия. Вот эти. Раз, два, три, четыре. Это не относилось к сериалу. Понятно. Или к нам относилось? Нет, это не относилось к сериалу. Я просто запутался. 23-е. Окей. Дальше у нас идет 23-е. Вот третье. Вот, смотрите, 24-я серия. Да, ребята, вот где Джимен и серия, это относится, я понял, короче, где Джимен серия, то это относится, а то не относится. Ну вот, появились еще к нам. Под ногу. На-на-на-на-на. Ой, блин. Ну. Уи. На, на. Ты чё, слюнявку поймал? А камерман, чё он стоит? О-о-о. Всё, им капец. А-а-а. Вставляем опять. На-на. На. Что он делает? Ядро какое-то. Из планшета. Фига. Окно высмыл. А, это чел. Фига себе. Все, новая раса. Кто это? Это Джимен прокачанный. А, я понял, смотрите, вот там... Я понял, смотрите. Там вот в серии одной был не настоящий Джимен, а тут настоящий. Смотрите, появился Джимен. Смотрите, какой прокачанный. Ну, блин, всех уничтожает. Джимен прокачался, еще свои головы где-то потерял. А это что такое? Вот они настоящие, это не относится. Короче, я понял, смотрите. В конце он прокачался сильно. И, кстати, у меня есть один вопрос. А где его три головы? У него же было три головы. Ну ладно. Без разницы.
Короче, все, мы, ребята, мы досмотрели до последней серии. Скоро будет выходить серии по зомби вот этим. И, кстати, тоже серии будут выходить. Ну, если выйдет новая серия на этом канале, я ее обязательно сниму, разберу. Вот такой ролик у меня получился. Если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, я буду с вами прощаться. Всем пока-пока!